Привет! Ты на канале Кай Стример, и мы продолжаем играть Crime Scene Cleaner. Итак, посмотрел я дерево навыков и принял решение, что мне надо датчик частоты улучшать. Так, сколько у меня еще очков? Смотри, охотник за сокровищами. Датчик частоты также выделяет ценные предметы. Так, это я взять пока не могу. Тогда уборка я выберу. Подожди. Хотите сохранить? Да. Очко одно. Швабры загрязняются медленнее. Вот. Все. Найдите ваш телефон. Но он на зарядке, наверное. А здесь открываешь и 100 баксов. Прикинь. Активные задания. Неправильное решение. 5 косарей. Подожди-ка. Где мой телефон? О, здорово. Извини, Декстер, но сейчас не время для прогулки. Да он навалит тебе кучу, надо это погулять с ним. Отчет о здоровье Елены. Уважаемый господин Ковальский, надеюсь, это сообщение застанет вас в добром здравии. Пишу, чтобы предоставить информацию о состоянии здоровья вашей дочери Елены после недавних медицинских обследований. Елена прошла... Ты успокоишься? Господин Ковальский, извините за беспокойство, но у меня есть хорошие и плохие новости. Сначала плохие новости. Босс Роба, Биг Джим, узнал, что мы сделали. И он самый страшный человек, которого я знаю. Ну вот хорошая новость. Он совсем не зол. Фактически, он так доволен произошедшим, что, вероятно, наймет тебя. Так что... Короче, удачи вам. Это безумие. Тейлор, во что ты меня втянул? Не Тейлор, Тейлор. Итак, прошла комплексное обследование. Результат показывает, что состояние требует немедленного и постоянного медицинского внимания. Для облегчения выздоровления крайне важно, чтобы она прошла длительное лечение в специализированном учреждении. Долгосрочно, интенсивно, гарантирует, получит наилучший уход. Никаких гарантий, короче, 1 000 000 баксов. Ясно, понятно. Заданий на этом месте нет. Подсветка. Так, пью мейл. Спасибо, что выручили. Реновация могилы. 5 лет с тех пор, как ушла ваша жена, но ужасная погода в сочетании с высоким уровнем загрязнения воздуха в нашем регионе ускоряет разрушение надгробий. Вам скидку 20% на реставрацию могилы вашей жены. Обойдется в $320. Поверьте, выгодное предложение. Цели нет. А идти спать. Задание. А с собакой погулять. Угу. Запись кодекса. Не будем мы читать. Ну, понятно, Елена болеет у нас. А ты-то где спишь, дядь? Что, он на диване спит? В гостиной, что ли? Погладь собачку. Что ты делаешь? Не спишь? Ну, конечно, он хочет гулять. А, вот же. Фото Елены. Ну, хотя, может, Елена, Хелена тут, может, отличается.
Все, спать. Хотя было задание за 5000 долларов, но надеюсь, оно не исчезнет. Значит, что выполнено. Не, ну в Штатах-то медицина стоит запредельных денег. Непонятно, стоит ли лечить ребенка там именно. А что если этот ублюдок узнает? Не переживайте, ребят, он слишком глуп, чтобы что-то заподозрить. Любящая семья, только не струсьте в последний момент, господа. Я имею в виду, да просто запихните ему в глотку. У нас все схвачено, ребята. Большой Джим? Скорее, большая тряпка. Смерть предателям. Это лед колоть. Какая хорошая губка. Меня зовут Джим. Большой Джим. Тот мертвец в багажнике, Роб, он работал на меня. У него было это странное увлечение, и я все равно собирался с ним порвать, так что без проблем. Но я должен признать, впечатлен тем, что ты сделал в его квартире. Эта нора никогда не выглядела лучше. Итак, вот сделка. Либо ты начинаешь убираться за мной, либо я найду кого-то, кто будет вытирать... твою кровь с моих ботинок. Ну как, справедливо? Стать от низкооплачиваемого уборщика работником на самого крупного босса преступного мира в городе? Это называется, наверное, продвижение. Примите миссию через компьютер. Погладь собачку. Ты знал, что папа начал преступную карьеру? Гулять хочет. Клиника не так уж плоха. Привет, пап. Знаю, ты занят работой, но я хотел рассказать тебе, как у меня дела. Все еще странно жить без тебя, но я потихоньку привыкаю к этому месту. У нас обычные занятия есть. Здесь есть другие дети моего возраста, и некоторые из них очень милые. Думаю, они даже хотят подружиться. Похоже, все не так плохо, как я думала, но я очень скучаю по тебе. Надеюсь, скоро увижу. Передаю привет Декстеру от меня. Заявление на кредит. Господин Ковальский, ваше заявление на кредит отклонено. К сожалению, с вашей текущей зарплатой уборщика вы не соответствуете ни одному из наших предложений. С наилучшими пожеланиями. Проблема с благополучием. Работу, которую ты сделал, Роб, была похвальной. У меня есть для тебя пробное задание, а позже настоящая работа. Помни, работа на меня означает высокую оплату, но я требую лояльности. Теперь перейдем к делу. Возьми все необходимые припасы и отправляйся в оздоровительный центр Майка. Кстати, Майк мой кузен. Если докажешь свою ценность, щедро тебя награжу. Пять трупов. 7500. Это типа высокая оплата? Ну, хрен его знает. Ну, как бы для захолустья какого-то, это, конечно, огромные деньги. Ну, мне кажется, для штата все-таки это не что-то, что можно прям назвать, чтобы влезать в такую. Неправильное решение. А что не сделать? Вот. Ну ладно, давайте. Испытание крови. Поехали. Мне дадут порулить? Будет долгая ночь. Глава 1. Большой Джим, человек, с которым ты никогда не захочешь связываться. Да и вообще лучше его не знать. Убить свою собственную семью таким образом. Его имя будет преследовать меня до могилы. Ну, значит, надо было как-то слинять. Если ты понимал, что это... Есть игры, в которые не стоит играть. Уберите тело. Так, мистер Чистильщик, вы на связи. Да, мадафака.
Алло. Здравствуйте, мистер Ковальский. Теперь я беру на себя управление этим местом, как наследство от кузена. Тем не менее, вы можете не спешить с уборкой его тела и всей этой беды. А поворовать можно? Спасибо, принимаю за работу. Вот это я люблю услышать. Любимая работа. Так, где мои эти принадлежности? А, это контейнеры для трупов. Мне нужно открыть ее с другой стороны. Журнальчик, смотри. Исторический журнал. Анубис. Полный гайд к жизни после, по загробной жизни. К жизни после смерти. Люблю свою работу. Работа мечты просто. Так, а тут все с той стороны. Плохо. Украсть. У большого Джима, конечно, все украдем. 4% крови. Чуть не могу понять. Не, погоди, а где еще кровь-то? Не, ну, а вот здесь засчитывает. Типа это граница. Так, переставьте мебель. Но это не здесь, наверное, это дальше. Карточка спа и wellness. Здесь надо просто слить воду и все.
Это выбрасывать нельзя. Работать надо тщательно, очень тщательно. Надо включить классическую музыку, какую слушал маньяк. Очень хорошая. Мойка высокого давления, он говорит, есть. А где она тут? Ну, по-моему-то она повеселее, конечно. Так, это улика какая-то. Запись звонка. Сотрудничать с этими макаронниками, маминкиными сынками, мне противно. У меня связь с его двоюродным братом Майком еще со школьных времен. Я собираюсь его уговорить подсыпать яд в семейный ужин Джима. Ваша задача убедиться, что во время нашей встречи не произойдет... Итак, у них был хорошо продуманный план. Майк и Рик могли бы его успешно выполнить, но в итоге их казнили. Но они хотели убить большого этого. Ну, наказал. Так, ну... Она у меня есть. Я подумал, что она где-то берется. Так, ну ее надо где-то установить. Я уже забыл, как это работает. Ну, там типа вода есть. Сейчас, сейчас, сейчас. Не, это что-то не очень эффективно. Это с потолка, наверное, смывать. Не, здесь надо губкой херачить. Здесь шваброй. Ну грязная какая работа. Ну киллера. Плохо отработал. Это не один там контрольный в голову. А, понятно, мусор. Тогда пока здесь. Не понял. А как это получилось? Так, а с этой стороны? Ага, все, уже можно проходить. Подрежем. Соточка за внимательность. Шляпка какая-то шляпная. Сахарок. Ну, неплохо хранить чайник. Смотри, тут сколько всяких этих ящичков. Так, а тут что-нибудь открывается? Нет, тут ничего. А, вот, вот, вот. Карточка 42. Это, видимо, женская. Так.
Что нам надо это как-то убирать? Такое. Что там треснуло? Не, надо все это держать открытыми, чтобы не перепутать. А закроем потом. А чё мы ключ-то взяли? Так что давайте включим классическую музыку. Другой у нас просто нет. Одного разреза горла хватило, чтобы справиться. Довольно быстрая смерть, учитывая обстоятельства. Надо менять и воду, вообще все надо. Какая-то вода странная уже. А это ножиком для... Пицца? Это сопутствующий ущерб. Карточка от шкафчика 005. Что это такое? Розовое. Нет, тут надо эту тащить. Установку. Я опять все перепачкал тут. Угу.
Включай давай. Сейчас научимся быстро все делать. Так много крови, что я теперь... Это ты здорово придумал. Очень медленно, ну, короче, очень мало времени. Длится это чутье. Ну, по-моему, здесь все. А нет, вот здесь вот. Надо убрать вот эту всю шляпу. Надеюсь, это не китайские вазы. Так, что-то непонятно. Где еще? Пока не разобьешь, нельзя брать. Ну, вообще задание-то какое непростое. Сколько тут всего? А где эта фигня должна стоять? Неужели здесь прям все реально вычистил? Это просто грязное. Так, подожди, разница. Скорость загрязнения воды. Давай скорость загрязнения воды.
Надо губку еще. Не то сделал. У меня еще на один раз осталось. Надо очень внимательно, потому что пользоваться. Так, ну хорошо. Хорошо. Так это не сдвинется. А почему? Давайте, дружище, возьмем. Телохранитель прошит острым предметом, как швейцарский сыр. Полностью расслаблен, не подозревая, что кто-то собирается ударить. Мирная смерть. Да, в некоторой степени. Надо как-то... более системно, конечно, подойти. Так, а где следы-то? Вот, наследил-то. Подожди, а это разве не... Ну, это здесь должно быть. Что ж ты не показываешь? Зеленое. Ну уже красота-то какая. Говорит, сначала нормально протри. Вот, а, это тень. По-моему, пятно такое. А воровать мы не будем, что ли? Сколько тут следов? Дядь, включай давай. Это мои следы, мне кажется. Ой, ты здорово придумал. Молодец. Все, будем экономить моющее средство. Так, еще что-то тут есть?
Так как будто стрим что-то светится. Как начинаешь, вроде ни хера нет. Туда мы не пойдем. Прыгать не будем. Ледоруб. Так, надо воду как-то спустить. Так, тут еще одна должна быть такая штука. Ну, вот этот с цветочком. Работенка. Ну как-то странно, а кого же здесь замочили-то? Стоп крови, да прям на стенах. Как-то неправдоподобно. А сейчас ты можешь? А, сейчас можешь. Помните, что не стоит находиться в сауне слишком долго, так как это может вызвать нарушение сна или негативно сказаться на вашем самочувствии. Вот почему погиб этот темнокожий чувак. Говорит, у него татуировка какая-то, уличная банда. Так или иначе, ему не следовало вставать на пути Джима. Возомнил себя слишком крутым. Сорок 43% уже. Пойдем. Заправимся. Не, ну, наверное, это неэффективно. Надо с бассейном решить, что делать. Так, надо гильзу подобрать. Ключ-карточка. Ну, уже все в крови. Нашел время, когда тащить ведро с водой. Это уже надо менять.
Губка как будто прям лучше швабры работает. Охренеть, как плохо. Надо поменять воду. Уже больше половины убрали. Так, а здесь у нас вода есть? Да, у нас есть вода. Не дотянемся. Ну какие-то жирные. Что вот эта фигня эффективно убирает? Ну. Как обычно. Ну как кровь-то туда оказалась? Очень странно. Так, надо труп перетащить. Мешает уже работать. Ну, по-моему, труднодоступных уже нет. Уже только обычной губкой можно. Сейчас потратим все. Застрелили в упор.
Это должно быть Майк, владелец этого места. Бывший владелец этого места всегда знал, что он хотел меня достать. Но он перешел границу, связавшись с другими бандами, и никто не переходит дорогу к большому Джиму. Ну, по крайней мере, что-то там. Вот это отношение к делу. Так, карточка. Так, пойдем что-нибудь пооткрываем. Надо сменить вид деятельности. Ну. А, все понял. Ну так, трубочка, и там все 300 баксов. Ну ты смеешься, что ли? Какие-то папиросы. Ствол. Похоже, преступный этикет не допускает пронесения оружия в сауну. Так, визитная карточка. Пицца Матео. Я закажу с ананасом для Декстера. Так, а тут у нас что? Заберу домой. Это Джорданы Limited Edition. Тоже стоит до хера. Вот видишь? Чутье-то какое. А вот тут не за шквар брать 100 баксов за парашей. Вопрос. Ну подумать. Мне казалось, гильз было больше. Да. Хера не понял. Ну где тут еще что? Ты что-нибудь видишь? Я ни хера не вижу. Взлом. Нам нужно взломать панель управления, чтобы открыть определенные двери. Щелчок по ним запустит мини-игру взлома. На нашем экране появится набор цифр. Число внизу это ключ, который вам нужно будет... Это ключ, который вам нужно будет следовать, чтобы взломать систему. Щелкая по цифрам выше в нужный момент, то есть когда движущаяся линия достигнет желаемого поля с цифрой. Щелкните по цифрам. Ну... Ни хера не понял, но я думаю, не сложно. 5.09.
Да ёб твою! А, надо... Я понял. 6-7. Изи-пизи, вот видишь? Вот он в меня верил, а ты нет. Кусочек пиццы. Книжки. Новый элемент истории. Поддайтесь ветру и позвольте вашему разуму блуждать в прихотливом хаосе небес. Доступ в зону VIP закрыт. $300. Да уж. Не водяной пистолет. Вероятно, выскользнул из рук. Так, ну хорошо. Ну не уходить же так сразу. Карточка. Ну, уже неплохо. Я бы даже сказал, хорошо. Если бы я еще не опрокинул ведро, вообще было бы замечательно. Очень тщательно надо убираться. Очень тщательно. Конечно.
А ты не хочешь забрать этих уточек там? Это что за шляпа? 300 баксов. Шляпа. Тогда так. Не хочешь ставиться красиво. Так, а где ты ставил-то? Вот здесь. А что он такой? Не, ну серьезно. Вот как убирается. Может и здесь тоже грязюка. Вот, конечно. Ну а что он ставил-то, если она грязная? Восемьдесят семь процентов, но все равно еще убирать и убирать. Это что такое? Шляпка какая-то. Вот сюда. Ну, видишь, там следы-то были. Ну ладно, не перфекционист. Пойдет. Так, наверное, последний труп здесь. Диктор, наш солярий гарантирует равномерный загар по всему телу. Пожалуйста, наслаждайтесь по максимуму. Скорее уж равномерный барбекю по всему телу. Я с ума схожу от скуки, милый. Я уже целый час здесь. Еще 10 минут, детка. Все исправлю. Купи мне джакузи, как здесь.
разберемся с Джимом, сможем продать весь этот бизнес и сжигать в Малибу. Была жена Майка, они планировали переворот, но Джим перехитрил. Сначала уборка. Взять лампу ультрафиолетовую. Хорошо. О, карточка новая. Еще 100 баксов. Как так-то? Новый элемент истории. Слишком холодно, чтобы добраться до сессии записи. Запись. Это моя демо-запись для Рика Фелла Records. И вот она. Я крут. Рик должен быстро подписать со мной контракт. Я найду Биг Джима и закончу с ним при помощи Рицина. Холодный с первого дня. Избавьтесь от мусора, 99%. Так, лампу. Он говорит, научись ставить лампу. Так нормально, кровище-то. Губка как будто быстрее убирает. Где ведро? Надо лампу поближе. Давай установку эту. Где должен быть вот этот? Вы не утилизировали все мешки с мусором. И не избавились от всего мусора. Кровавая луна. Да губкой в 100 раз быстрее. Ну что за фигня? Давай тогда это полоснуть губку и все.
Нет, тут тоже кровь херово берется. Серьезная работа. Девяносто 7%. Блин, еще осталась кровь. А где она? Последнее доказательство. Вы слишком далеко. Открывай эту. Оно. Жестокая смерть. Погоня за красотой может быть смертельной. Так, последнее доказательство. Вы протерли всю кровь? Да ладно. А, да, он мне сосчитал всю. Так, последнее доказательство. И последняя единица мусора. Последнее доказательство. Где же осталось-то? Какой-то осколок или что это? А, ну вот. Пицца-нож. Что, черт возьми, я видел... Ну, короче, что-то он видел. Под сральником, может, последний ключ. Видишь, кто ищет, найдет. Вот 300 баксов лежало. Вообще не очевидно. Где, черт возьми, карточка последняя? Ну, конечно, может быть, где-то прям спрятан наверху ящик какой-нибудь. Ну, ладно тогда. Задание выполнено.
Хорошая работа. Скинули 75 баксов, окей. Но зато украли сколько ювелирных изделий наличных. Десятка. Ну, пару дней. Дочь может в больнице полежать. Зато. 7 очков. И 2 мелодии. Видишь, одну мелодию не нашли. Ну, что-то получается. 2 секрета. Охренеть просто. Так, сколько? 8 очков. Так, охотник за сокровищами теперь подсвечивается. Продолжительность датчика на 1 секунду. Сокращение времени восстановления. И без времени вы можете использовать датчик частоты без ограничений. Нет, подожди. Все, вот так вот. Ну, мне хочется иметь датчик. Ну что ж, давайте здесь прервемся. Продолжим в следующей серии. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Ну и до встречи в следующей серии. Всем пока.